И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Play Market, All TV, Колян, Радекс, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Тысячу лет не выходила игра Roblox, и будем записывать обновленный режим Scary Elevator. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Здесь все обновили, теперь я не знаю, где что находится, но All TV подсказал, что здесь есть катушка скорости, моя любимая. Вот это скоростуха, вот это жесть. Ну что, залетаем? Залетаем, пацаны. Ого, я сальтухи закрутил здесь. Ой. Так громко. Ну я, кстати, не буду менять громкость игры. Пусть будет вот так вот, как есть. А чё я валяюсь? Я забаг... На пробел нужно. Да блин. Это было смешно очень. Так, отдалим подальше камеру, чтоб я все видел. Так, а что на этом режиме находится? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мне все-таки делаю тише, очень громко. А я знал, что меня завалят сразу, я знал. Это бабка Гренни. Да, это она, психичка. Хорошо, пацаны, я слился просто. В мгновение ока. Хорошо. Продолжаем. Ой-ой-ой. Это была тренировочная на самом-то деле. Чпоньк. И опять я сальтухи кручу. Во, музычка здесь такая страшная. Интересно, что сейчас будет за лифт? Пацаны, как вы думаете? Я думаю, что сейчас будет Балди. Угадал? Нет. Давайте посмотрим, что здесь будет за монстр. А там, в принципе, же на этаже пишется. Учуется за ржание стрёмное такое. Вот это движ. Ребята, если вы хотите с нами пообщаться, позаписывать ролики, залетайте на наш Дискорд, ссылочка в описании. Так, что, он появился? Да, это Пеннивайз. А, Пеннивайз, я понял. А он лох, он застрял. Он застрял. Ого, темно. Вот, а они усложнили, для того, чтобы не было видно ничего. Ё-моё. Он вышел? Да. Во-во-во, я вижу. Псих! А я не поддамся ему, я буду сейчас играть со всей силы. Забор можно. Я сейчас сделаю себе челлендж, можно ли прожить 5 этажей, ни разу не умерев. Тихо, осторожненько. А чё он просто прыгает? А, смотрите, там люди наверху встали, из-за этого он пытается до них допрыгнуть. Получается, они спасли своей шкурой наши шкуры. О, тут уже пострашнее. Чё так мало места? Сейчас вылезет кто-нибудь. Так это мало места, мы сольемся все сейчас. Я должен 5 раз прожить. Да что ж темно? Ребят, это очень круто. Это прям, знаете, такой челлендж целый. О, лабиринт какой-то, да, у нас? Так, это я назад возвращаюсь. Вон за окном. А, за забором. Большой паренек какой-то. Блин, а-а-а, прикольно. Сейчас он появится, подождите. Скорее всего, скример. Ты думаешь? Вот это жесть. Хорошо, пугай. О! Чё это? Он выбежал. Динозавр! Эй! А! Он наступил! Моя голова как футбольный мяч. Челлендж мой сорвался. Давайте будем пробовать еще раз зажить. Прожить. Умер. Интересно, что сейчас будет за этаж? Ну где ты же отображал? А вот! А, это челик стоит. Я думал, тот челик стоит отображает, что будет. Скромник. Да нет. Скромник? Это скромник. Вы заметили, какие-то этажи стали маленькие? Ого, крикливая мирда. Ой! Тихо, 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 стекло разбилось. Где он? Вон он стоит, я вижу. Так, пацаны, надо по кругу убегать. Замочил. Че, не бессмертный, что? Эй, ты че кричишь так громко? Еще разбилось что-то. Ой, сейчас оглохну. Где он, где он? Ничего не видно. В этом и есть прикол. Эта карта такая, с приколами. А тут можно факелы покупать. О, класс. Можно бить босса. Вы знаете этот прикол, да? Я слышу, как он кого-то дамажит. Знаете, чем этот еще режим мне очень нравится? Тем, что когда мы его записываем, он постоянно разный. Разные локации, разные этажи. Все обновляется. То есть вы его, если записывать с интервалом полгода, как я это делаю, никогда не попадете на одинаковый этаж. Да, и опять динозавр. Да опять динозавр, я не буду выходить, ну его. Я остался, я к тебе. Да, я буду, я в лифте почилю здесь. Не, я постою здесь вот. Ну, буду наблюдать это издалека, как они там мочат игроков. Дим, смотри, какие у меня зубы. Какие у тебя зубы? Страшные. А, вижу, да. Есть у тебя такое? Ну, это ж мясо кушать надо. Так, ждем. Сейчас что-то будет.
А может, им динозавр сейчас будет или что-то другое? Какой громкий. А! Где он? О, пришел. Это крикливый. Интересно, он сюда сможет зайти или нет? Он за забором стоит. Тихо, не толкайте меня, пацаны. Тихо. Так, подожди, это рассчитано на то, что мы просто не выходим на улицу и выживаем? И музычка, поехали! Танцуют все! Во, какой-то интересный этаж. Это что-то новенькое. О! Так, подожди, так это лобби наше обычное. Так мы поехали в лобби, что? Мы будем тут выживать, пацаны, это же этаж, вы же понимаете? В этом есть прикол. Все-таки лифт-то тут находится, а не там, где обычно. О, я могу сейчас в обычный лифт зайти для прикола? А, нет, нельзя зайти. Ага. Я думал, еще все, что ли? Ждем, что сейчас будет. Можете написать в комментариях, как вы думаете, что сейчас будут? В принципе, я знаю, что напишут те люди, которые играли в этот режим, они напишут правильно. SCP-шка, я думаю, какая-то будет. Давайте посмотрим. Какой-то SCP. Может, клоуна кто-то выбежит. Может, чумной доктор будет? Не знаю. Давайте посмотрим. А! Это скрытый этот, текст-бот какой-то. Я тут буду. Ого, музыка у него лупашит громко. Все, стоим на горке, пацаны, он нас не убьет здесь. Он забор не сможет перепрыгнуть. И мы затащим. Да, гонится, гонится, беги, чувак, беги. Мы в тебя верим. Они ожили, вот на спавне тут стоял Фредди и Нексбот, они просто ожили. О, круто сделано, необычно. Кстати, как-то очень быстро выживать приходится. Мало времени на выживание. Такими темпами я никогда не сольюсь, я буду вечно жить. И опять колбаса! Так, открывайте калитку нам. О, это сейчас оживут они? Наверное. Давайте посмотрим. Наверное, да. Я в лифте останусь. Ты думаешь, что это тебя спасет? А тут люстры нету, раньше же люст. Ага, я понял. А кто люстры сломал? Не знаю. О, давайте на ступеньку сюда. И сюда, и сюда. А как запрыгнуть? Как они запрыгнут? О, есть. Во, я буду здесь тоже тащить. Мне если я солюсь, будет очень обидно. Может, типа они импостеры все? Ты думаешь? О, кстати. Или кто-то из них. Да я знал эту тему. А, ну да, вот. Побежал, побежал. Кстати, он к нам не допрыгнет, так как нету этого кубика. Во-во-во. Кто там гоняется? Колян, а ты где? Я сверху стою. А, меня скинули! Есть, я запрыгнул назад. Да блин, это некрасиво так поступать. У меня сжалось. Я буду так вперед идти. Не толкай меня под жопу, блин, я боюсь. А назад можно нажимать просто. Во, отлично. Давайте посмотрим, все выживут или нет. Есть. Так, это уже третий этаж мы выжили, да? Никто не слился? Да, да. Не, я слился. А, я понял. И опять музычка. Так, давайте посмотрим, какой же сейчас будет этаж. О, так цивильно, все красивенько здесь. Можно выйти на улицу? О. Так, а, похоже, было типа карт Аннабель, помните? Да. И часы, слышите этот звук? Часов, как в любом хорроре. По пианино можно топтаться? Ой, я тоже сейчас из темноты выбежит. Ну не пугай меня. Ой, я буду возле окна стоять. Давайте от первого лица сделаем, чтобы видеть. Я тебе посвечу. Нет, лучше бегать, мне кажется, кто там стоит, она сразу всех убьет. Кто-то стучит, открывайте дверь. Откройте. Это доставка. Да блин, так реалистично стучит, как будто это у меня в дома стучат. А? Ну колёк. А! Она чикает всех! Это психичка какая-то! Вот эта музычка, класс, как настоящий хоррор. Мы затащим, мы сможем. Так-так-так, чикает, я слышу. А! Блин, надо валить. Как ты туда залез? Есть. Коля, только ты умер, да, один? Да, походу. Честь тебя, музычка. Так он сзади меня появился и убил. Танцует все! Блин, мне так нравится этот режим, что музыку добавили эпическую. Давай-давай, не останавливайся! А что у меня пицца в руках оказалась? Она мне не нужна. А пицца... А, пицца... Подарил ее. Спасибо. Блин, а ничего не видно, так я должна... А, меня убил какой-то челик толстожопый!
Ребята, напишите прямо сейчас в комментариях, пока Коля там умирает еще раз. Нравится вам игра Roblox? Хотите, чтобы я ее заново снова записывал, как и раньше? И можете написать, какие режимы вы хотите увидеть. Я думаю, что это тема. Разнообразие своего канала, потому что много горит мода. Давайте будем разнообразовать контент. Да блин, она мочит меня! Блин, она всех убила! Так, ладно, берем заново пружинку. Мою любимую. И старт. На пиццу. Не надо. Вот да что ж мне вечно, когда я залетаю? ФНАФ, я угадал, пацаны! Да ё-моё, ну я ж только зашел! Если понравилась эта серия, вы хотите еще больше Роблокса, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Всем пока! Всем пока! А мы еще немножко поиграем.